голосе Евгения Додолева появились новые интонации. Легендарная актриса предпочитает другое ударение. Светлана Тома. Играла и таджичек, и узбечек, и грузинок, и цыганок. Но сохранились игривые нотки. Вы были признаны лучшей актрисой года. Нас принимали на высоком уровне, так скажем. Вас же узнавали? Нет. Нет? Сотая секция ГУМа какая-то. Это письмо должно было попасть на стол к Юрию Михайловичу Лужкову. Никто не видел Чебурашку. Мою судьбу так он точно определил. Золотая рыбка. Светлана Тома. Это стадионы мы собирали. Стадионы. Премьера смотрите в пятницу в 23:55 на телеканале «Москва. Доверие».